Канун Рождества Христова в самом центре Ульяновска состоялось освящение домового храма, части подворья бывшего Симбирского Спасского Новодевичьего монастыря. Обитель считается ровесником самого города. Она упоминается в документах, датируемых 1663 годом. Сейчас большую часть бывшей монастырской территории занимает Дом культуры губернаторский. Сохранилось 4 монастырских здания, среди которых и каменная церковь во имя Иверской иконы Божьей Матери. В прошлом году храм решили восстановить. Первую литургию в восстановленном корпусе провел митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий. Специально для освящения монастырского храма на Святой горе Афон был заказан образ Иверской иконы Божьей Матери. Святыня будет находиться в храме всегда, и каждый желающий сможет приложиться к ней. В сердце града Симбирска вновь начинает биться то духовное сердце, от которого импульсы получали предшествующие нам поколения. Это место святое, это место, где многие-многие сотни людей получали спасение, где многие насельники, насельницы получали жизнь вечную в стенах этой древней святой обители. В мероприятии принял участие губернатор Сергей Морозов. Он подарил семистрельную икону Божьей Матери и попросил прощения у верующих жителей за массовое закрытие храмов и попытки уничтожения веры властями Симбирской губернии в прошлом региона. Я пришел сюда как государственное лицо, как губернатор, как представитель государственной власти, для того, чтобы попросить прощения у Русской Православной Церкви, у вас, у всех прихожан, за те прегрешения, которые были совершены почти 100 лет назад властями. Воссоздание Спасского собора в его историческом виде планируется вести в несколько этапов. После восстановления сестринского корпуса, на территории которого расположен домовой храм, начнется строительство игуменского корпуса, где разместятся иконописная и швейные мастерские. Дарья Сударева, новости Ульяновской правды.